Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть во второй Tomb Raider, бета-версию, от 30 сентября 97 года, и у нас следующий уровень. Так, нам надо искать ящики, они, по-моему, сзади, вернее, бочки, это ориентир, куда плыть вообще мне. И, наверное, лучше взять сейчас гарпунное ружье. Да, вот тут акулы есть. Акула может меня быстро скушать. Так, где бочки эти? Плывем. А то у меня сейчас кислород закончится. Так. Вот тут проход как раз, да. Есть возможность подышать. Так, акула, ты тут? Где ты? Готово. Да, нормально она отгрызла меня сейчас. ТПшки. Ну что поделать, надо было ее убить. Всё. Преследовала она меня. Так, здесь куда плыть? Ага, вот. Пока вроде все то же самое. Отличий не наблюдаю. Дергаем рычаг вот. Так, открывается люк в полу. Ну что, плывем в люк тогда? А дальше куда? А, теперь вот сюда, да? Можно подышать спокойно. Ну, уровень на самом деле короткий, но интересный. 40 фатомов вроде он называется. 40 сажений. Так, где вообще можно вылезть-то? Что-то запамятовал. А, мне на этот ящик надо залезть. Ну и куда? А, или вот туда надо было залезть. Наверное. Наверное, да. Мне, кстати, какой-нибудь приз-то дали? Да, что-то так особо не наблюдаю. За прошлый уровень. Так, а здесь точно есть это? У меня такое ощущение, что тут этого нету. Да нет, как же нету? Должно же быть что-то. Ну, я помню. Где-то рычаг был. Одно время. А, вот. Тьфу ты. Тут есть подводная туннель. Проход. Здесь ничего. Так, ну я, наверное, УЗИ возьму. А, вот тут рычаг. Рычаг что-то важное тут сделал. Вау. А, он воду убрал отсюда. И он сделал возможность забраться вот туда, наверх. Сохранимся. Так, тут, по-моему, сейчас кто-то тоже будет, нет? Ага, мужик тут ходит с дробовиком. Постреливает. Берем серебряного дракошку. Берем также патроны. Вот что-то сейчас Лара не сказала, ага. В этот раз. Так, ну и надо спускаться в люк. Там тоже нас ждут сюрпризы.
Да где ты? Готов. В текстуру лег. Так, у одного была мелкая аптечка, а у второго... Не пойму, гарпуны, да? Угу. Окей. Так, есть ли у нас что в воде? Полезненького. Ну, я ничего не нахожу. Ничего не вижу. Там, наверное, ничего. Ну, тогда запрыгиваем. Сюда. А, нет, не сюда. Вот сюда запрыгиваем. Сейчас будет серия прыжков. По-моему, вот на этот скат надо прыгать сейчас, да. Вот так вот мы добираемся. Прыгаем вперед. И тут у нас проход. Так, сразу здесь у нас есть рычаг. Он что-то открыл. По-моему, дверь тут секретная. Открылась. Вот это вот, да. Ой, там у нас рыбы, да? По-моему, акулы есть, да. Я не хочу с ними вообще иметь дело. Барракуда и акула. Мне надо взять быстро нефритового дракончика. Отсюда. И больше тут делать нечего. Плываем отсюда, Лара. Собственно, это второй секрет. Все. Кыш отсюда. Так. Вот тут есть проход. Слева. По-моему, мне сюда сперва. Да, здесь можно залезть. Тут у нас первый рычаг. Надо будет сейчас огни отключать постепенно. Так, этот рычаг открывает дверь. Не помню, где, какую. Но сдается мне, что здесь. Нет? Да, тут открылась дверка. Тут у нас еще один рычаг. Ага, какие-то огни остановились. Бежим быстро назад. Открыли другую дверь. Бежим назад. Так, наверное, не здесь надо было бежать, все же. Здесь дольше. Оно получается, нет. Вот эту дверь я открыл. Так, один рычаг уже это. Ага. Теперь быстро, Лар, назад. Успеем? Ах, черт его знает. Постараемся. Успеть. Не от нас все зависит. Сколько держится эта плита. Давай, Лара, надо успеть. Успели. Так, здесь, по-моему, у нас какие-то барракуды, что ли, да? Вы где? Ага, эти мелкие неприятные создания. Так, вот тут сейчас будет долгий заплыв такой. Но тут есть секрет, его надо взять. Надо найти рычаг какой-то. Где-то. Я уже запамятовал, вот он.
Так, это в самый низ, да? Надо плыть. Не помню. Да, вот золотой дракончик. Берем его, опускаем здесь рычаг. Кстати, а тут не золотой рычаг, тут уже нормально. Так, и теперь плывем на самый-самый верх, Лара. Не путайся. Так, еще одна. Даже не одна. Много вылезли. Этих барракуд. Да на, пошли вы нахрен. Нахрен вы мне нужны вообще. Так, и бежим по коридору вперед. Все секреты я вроде собрал, собрал. Ну да. Ну да, точно. Теперь вот эти конструкции все. Так, ну сразу туда я, по-моему, не залезу. Верно ведь? Запамятовал, как забираться правильно. Не залазит. Я и говорю, да, тут надо взорвать что-то сперва. Так, ну вот я скатился. Ну тут есть ящик. Надо его сдвинуть. Да, и подлечиться все же тоже надо. С таким ХП. Играть опасно. Залазим наверх. Так, ну снизу я ничего не вижу. А здесь у нас рычаг. Вот, произошло. Бабах. Теперь надо возвращаться. Тут у нас два прохода, на самом деле. Первый и второй. Я вот не помню, в какой первый надо. Могу ли я сюда пойти сперва? Ну, вроде есть дыра там. Только надо понять, где забираться. А, вот здесь вот, наверное. Да. Забираемся наверх. Тут у нас рычаг. Первый. А, он, наверное, воду подает, этот рычаг. Я так понимаю. Так, теперь слазим отсюда. Возвращаемся, откуда мы пришли. Это вот этот отсек. Лара босая. Так, ну что ж. Вот, залезаем. И тут у нас этот рычаг открывает дверку. Да. Вот туда нам и надо плыть. Но там эти аквалангисты. А я могу вперед упасть? Или я погибну? О, я погибну, я понял. Не, я не так хотел, я хотел безопасно слезть. Ну, хотя бы вот так. Потому что мне вот в этот проход надо идти. Там аквалангисты, да. Надо гарпунное, наверное, ружье брать. Это самое место. Ну давай, плыви сюда.
Готов. Вроде он один. Так, теперь берем узишки. И плывем в этот проход. Там сейчас стрелки еще будут. Да, спамит он прилично. Я даже удивлен, в чем такой читер здесь. И где ты? Вот это он мне на аптечке, конечно, разорил. Из дробовика стрелял так, как будто он, блин, я не знаю. Из автомата какого-то мощного. Ну, то есть спамил дробовик тут. Сносил мне по много хп. Так, ну вот мы открыли проход. Забегаем, значит, на него. Все, по-моему, уровень пройден. Да, прошли этот уровень. Сохраняемся. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. И услышимся в следующих сериях. Всем пока.